Летняя акция телеканала «Июнь по следам Нептуна» затянулась до осени. Теперь морской проказник говорит «до свидания», он не прощается и передает эстафетную палочку зимнему волшебнику. В декабре стартует акция «По следам Деда Мороза». Не пропусти! Что, холодно стало, осень настает. Пора мне опять в речку, в морскую пучину, спать до весны. А междуреченцам спасибо, нашли все мои подарки. Молодцы! Лед скоро встанет на речке-то. Скоро Деду Морозу эстафету передавать надо будет. А вам всего хорошего. Ha ha ha!